Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Эти ребята нашли способ сделать свою работу каплю веселее. Вот как выглядит мировой рекорд по киданию камешка на воде. Этот дайвер столкнулся с невероятно огромным скатом. Это планер. Летательный аппарат, у которого нету ни пропеллера, ни двигателя. Ему нужен другой самолет, чтобы тот поднял его в воздух. При этом, если создать ему правильные условия, то он может лететь до 10 часов просто на потоках воздуха. В этой компании есть продукт, который может сделать вашу обувь очень-очень пружинистой. А вот съемка со стороны, как этот кадр был сделан. Спасибо большое за просмотр и отдельное спасибо, если поставите лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.